Вот такой клад. Сейчас пойду рядом посмотрю. Там тоже всегда бывают. Написано в литературе и в интернете, что эти веселки не бывают на одном месте, не растут. А у меня они все растут на одном месте. А каждый год на одном и том же месте. Потому что мухи здесь посидели опять, они отложили вот эти споры здесь на своих лапках. Они же сразу не улетают. Здесь желательно иметь нож. Нож с кисточкой, грибной. Специальный нож с обратной стороны кисточка. Потому что мусор этот не очистится. С таким трудом очищается. Это же листья, перегной очищается. Сейчас мы их заберем. Эта веселка уже наклонилась, она прямо не стоит. Но вчера их здесь не было, вечером мы здесь были. Видишь, как интересно. Я не ожидала. Ну что поделать? Повезло опять сегодня. Пока занимались своими делами по городу, страхование автомобиля, и компьютер у них завис. И поэтому мы тем более припоздали на природу. Так хотели сегодня искупнуться. Но молнии сверкают сильные. Туча большая-большая над нами. Мы сидим в машине. И еще у нас программа в лес. Попасть сегодня. Мамуля завтра в Питер уезжает. А сегодня мы решили отдохнуть на природе. Вот такое наше шикарное озеро. Бесподобно. Кажется, что ничего еще дождя нет, но над нами огромная-огромная туча, черная-черная. Сейчас покажу. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока и до встречи.